Сегодня в Беларуси празднуют 250 лет со дня рождения Михаила Агинского. Композитор, музыкант, дипломат, выдающийся государственный деятель вошел в историю как автор знаменитого танца шествия «Прощание с Родиной». Еще в начале 19 века полонез Агинского звучал на петербургских балах, а венские, берлинские и другие издания его произведений пользовались большой популярностью. Кстати, 2015 объявлен ЮНЕСКО годом Агинского. Большой юбилей со дня рождения нашего прославленного земляка будут отмечать не только в Беларуси, но и в других странах мира.